ночь у меня время. Лежала, лежала. Думаю, встану, сейчас чайник поставлю. Что-то проснулась, и мне так плохо. Думаю, вызывать скорую, не вызывать. Где-то наша тырка была, говорю, в холодильнике. Походила, походила. Никакую скорую, короче, вызывать не стала. Думаю, до утра доживу. Время было начало третьего, сейчас уже четвертый час. Муж с Матвейкой спят. Ой, мы в доме два. Помидоры, вот у нас тут помидоры. Помидоры, девчонки нас сходили. Помидоры, перцы. Ой, как мне плохо, кто бы знал, а? Моя рука. У меня болит рука. Рука у меня болит. Ой, блин, левая. Левая. Правая лопатка болит ужасно. Встала, такое состояние вообще. Ой, во сне, говорю, что-то снится. Покойные снятся. Ой, так, что мне газ как-то поджечь? Сейчас чайник поставлю. Ой, не могу. Блин, девчонки, с молоду такая прям вообще. Сейчас вспоминаю. Легла, думаю. Может быть, усну. Нифига не спится. Снова мысли плохие лезут. Говорю, надо скорую вызвать. Потом думаю, да что я людей буду отвлекать? Ага. Дождусь, говорю, утра в больницу пойду. Ну, лежу, сама с собой рассуждаю. А сама вспоминаю. Ой, мне было сколько? 19, наверное, 20. Только с мужем жить начали. Ой, у меня подруга была. Подруга у меня была. Сколько ей лет? Она меня чуть-чуть постарше. Ей было 20, наверное. Она в родах умерла. Умерла в родах она. И вот она мне снится. Снится, значит, она мне. Муж уже в Чечне был. Дети у нас учились в Долматово, в санаторке. Ну, дети мужа. Ой, проснуться не могу. Не могу, не могу проснуться. Еле из сна вышла. Она меня тянет, тянет. Проснулась я в таком вообще страхе. Ой, молюсь, говорю, Господи, Господи, мне детей надо, как говорится, это, ну, за детьми надо присматривать, что осталось два парня. Куда я их? Отец, как говорится, по контракту. Матери нет. Ой. Короче, вот такая ерунда в то время. В то время так снилось. Такие жути. Вот приснится, как это вот все. Тоже подруги у меня две были. Они пострадали, пострадали. Ой. 17 одной было, другой 23. Убили их. Они мне тоже все время снились. Ой. Что приснится, приснится. Сейчас вот бабушка снилась, как есть. Бабушка, мать снятся. Ну, снятся, я не знаю, девчонки. Кому-то может не сниться, а вот мне снится. Я говорю, вот снились бы, хотя бы что-то говорили, что ли, как-то бы вот распознать. У нас, когда мама умерла, мы, девчонки, ставили колышки, чтобы место для бабушки отгородить. Ну, чё? Так, чайник-то не поставил, надо поставить. Место отгородить. Ну, чё? А люди приезжают и убирают. Приедут и уберут. Кому надо. Кому-то делов. До нашего, как говорится, места. Ой, поставлю чайник. Ну и все. Мне мамка снится. Снится мамка, говорит. Соседи, говорит, заезжают. Соседи заезжают. И я, значит, девчонки, проснулась, я ничего не понимаю. Думаю, какие соседи, что, как понять. Потом до меня буквально вот, ну, минут 10, наверное, я так, ну, в голове прокрутила. Я говорю, какие на кладбище соседи? Ну, что, приехали на кладбище, у нас опять колышки убраны. И все. И опять, как говорится, это... Опять, не то говорю. И рядышком могила... Ну, похоронен человек. Ой, я говорю, ой, хоть бы, говорю, бабушке место осталось. Ну, чё? Бабушку вообще впритык с матерью похоронили. Потому что рядом еще бабулю похоронили. Вот. Я говорю, вот
бывает вот такое вот, как говорится, ну, мертвые как бы предупреждают. Ну, получается, что мать меня предупредила, что место-то занимают, соседи заезжают. Причем мне снилась женщина и девочка. Мы приехали, девчонки, на кладбище. У нас рядом по соседству девочка похоронена, 13 лет. Вот. Так что, блин, вообще. У кого так же бывает. Ой, хоть бы до утра, да, говорю. В больницу идти, не знаю, пойду, не пойду, ну надо идти в больницу, муж сегодня дома, ой, дома сегодня муж, все болит, вообще не могу, почему-то правая лопатка болит, вообще ужасно, ужасная боль, так что вот такие дела у меня, девчонки, что перцы хоть, слава богу, посходили, перчики, надо рассаживать, ой, сейчас пока не до перцев. Сделала себе чай с медом, достала масло домашнее, хлеб. Вот, девчонки, плохо. Ничего плохо. Встала, у меня состояние было какое-то обморочное. Вот кто падал в обморок, тот как бы это, тот знает. Ой, что мне надо? Яйца надо пожарить. Ням-ням. Жарилось и яйца. Надо убрать. Девчонки, всегда у меня шатырка стоит. Всегда стоит. На всякий случай. Так что сейчас поем. Может, легче станет. Ой. Бежала, всякое место в башку лезет. Вот всякое место. Да что такое? Хворь. Блин, хоть бы поправиться, хоть бы все нормально. Девчонки, как хорошо, вот, когда человек здоровый, ничего не болит, все прекрасно и замечательно. Тут не знаешь, что. Так что вот так вот у меня кусочек намазала. Намазала кусочек, надо масло убрать. Сижу, девчонки, думаю, я говорю, как страшно, когда у тебя есть дети. Ой, дети. И вот такое состояние непонятное. Поела немножко яйца с этим соевым соусом. Как жить хочется, как, девчонки, хочется жить. Вообще. И хочется быть здоровым. Хочется быть, как сберечь свое здоровье, как вот оно, никак оно не берегется, но получается, что-нибудь да болит. Ой, простоквашу убрать. Вчера Матвейке молоко кипятили. Вообще, прям, все, простоквашу. Тепло, печка натоплена, дома тепло, красота, живи да радуйся. Что еще в жизни надо? Все надо, чтобы было. Самое главное — здоровье. Здоровье самое главное, девочки. В голову-то всякое место лезет. Я уж думаю, спина болит. Вроде говорю, пневмония, не дай бог. Температуру смерила. Температура 36,5. Что делать, вообще не знаю. Ходила я, девчонки, рентген делала, и УЗИ делала, и всякое место, анализы сдавала, что. Хоть бы где-то что-то кто-то сказал. Что вот, что к чему. Рука у меня болеть начала с апреля месяца, но я все списывала на то, что бабушку поднимала, нервничала туда-сюда. Но сейчас вроде как бы все. Уколы начала ставить, мазать. Марина мне массаж делает. Не знаю, прям вообще встала, и рука немеет. Я проснулась, и так еле из сна вышла. Такое состояние какое-то, как в обморок падать. Я думаю, ну-ка, полежала маленько, подумала. Телефон достала, время смотрю, время-то мало. Время было начало третьего. Ну чё, какую скорую вызывать? Говорю, ночь на дворе. Хоть бы, говорю, до утра-то дожить нормально, все, до больницу идти. Потом опять начинаю думать, скорую вызвать. Что делать? Я вообще не знаю.
кто-нибудь подсказал хоть. Ой, пойду, конечно, в больницу, наверное. Так неохота, девчонки, идти в эту больницу нашу вообще. Вот прям не хочется. Ну а что делать-то? Придется идти. Я уж сколько сама себе диагнозов написала. Так везде, главное, все ведь говорили, что все нормально, ничего нету. Ой, не знаю. Может, просто ущемление, и у меня, может, в башке там такое все. Опять, что мне вот это снится все? Ну, снится, я вообще-то болела, когда у меня было ущемление лопатки. Мне тоже всякое место снилось. Снились сны нехорошие. А, проснуться не могла. А потом вот пролечилась, и все как бы это нормально стало. И сны не стали сниться. Не знаю, в общем, что делать.